Всем доброго дня. Начинаем с обзора перчика. Смотрите, какая красота. Спасибо, кто посоветовал намазать. После этого как раз пошли перчики. Вот они растут. Здесь. Здесь тоже что-то будет. И здесь. Так, орхидейка тоже подрастает. А я приготовила типа плова рисовая каша с овощами и с куриным мяском. Смотрите, как красиво, вкусно, аппетитно выглядит. Рецепт очень простой. Было у меня 3 пульки куриных. Я предварительно их отдельно отварила. В этом большом казанчике я обжарила лук 1,5 головки цибульки. Одна морковка большая. И 4 небольших перчика болгарских. Все это мы вместе пережарили, потушили на растительном масле. Добавили определенные специи, какие надо. У меня это специи были: копченая паприка, черный молотый перец, куркума, соль. Немножко вот такой вегетки кинула. Вот еще были у меня, мама привезла вот такие вот еще специи. Сумесь тут идет разных вкусняшек. Все по чуть-чуть добавили. И это вот хорошо перемешали. Потом перебрали эту курочку на мяско. Кости, шкурку выбросили. И вот такими волокнами порвали это мяско, курочку. Все, закинули рис. Рис предварительно я замочила, помыла в 7 водах. Рис обычный. Был бы, конечно, специально для плова. Типа басматика, еще их там куча видов есть. Был бы настоящий плов. А так как у меня был обычный самый круглозернистый рисик, то есть получился такой вот, поэтому я не называю это блюдо пловом, это будет пусть рис с овощами и с курицей. Все, минуток 15-20 оно под закрытой крышкой. Кстати, и бульон я добавила, то, что варила эту курицу. Ничего не выливалось, ничего так бы никуда оно не ушло. Процедить только обязательно через сито надо. Вот, залили. Пловчик у нас себе нормально пропарился, перемешался. В конце я перемешала курочку. С этим добавила чесночка резанный и укропчиком посыпала. Все. Еще пусть немножко настаивается. Вон такая одна лаврушка огромная. И все. Наше такое вкусняшка блюдо. Дети у меня очень любят такой пловчик. Готово. Так что всем смачного. Сейчас я чайчик делаю. Всем хорошего дня, мирного неба. Пока-пока.